Здравствуйте, уважаемые угличане! Сегодня мы вам покажем дерево, которое сохраняет до самой глубокой зимы свои плоды. Таких у нас не одно, конечно, деревьев. Вы знаете все прекрасно ясень, которым питаются сейчас еще снегири. К такому же дереву относятся, пожалуй, и липы частично, у нее тоже орешки. У некоторых экземпляров долго висят на деревьях. Ну и, конечно же, клен. Вот этот клен имеет особое название, точнее, особый вид. Он не похож на все другие клены, красно-желтые. Это клен особый. У него листья, как у ясеня. Перисто сложные, осевой такой стерженек, и на нем поперек идут несколько листьев. И завершается последним листочком. Или, как, допустим, у акации привычный лист. То есть сложный лист. Перисто сложный. Как-то летом меня кто-то из заключан спросил, а что это за дерево? Вот увидел такие вот листья, вот это дерево вот с такими листьями. Мол, что такое за дерево? Он даже не мог подумать, что это клен. А это и есть клен ясенелистный. Или по-другому еще клен американский. Тот клен, листья, который собираем мы на букеты, это клен остролистный или платановидный. А этот ясенелистный или же по-другому американский. Он оттуда, из той же самой Северной Америки. Опять мы к этому обращаемся, к этому континенту. Он к нам пришел в наши европейские страны, и в том числе в Россию, где-то в 17 веке. Чему-то вдруг решили оттуда его привезти? Мало своих кленов у нас, что ли? Ну, потому что у клена, у него хорошая, во-первых, быстрота роста. В городских условиях он очень не боится задымленности, загазованности. Так. Соответственно, легко размножается. Поросль дает. Вы знаете, что даже из этой вот способности к размножению поросли, вот этими отростками, которые идут от корня, он как раз и заслужил плохую славу. Уже сейчас его не любят озеленители. Почему? Потому что дает отводки в стороны, так? Поросль пробивает, допустим, даже асфальтом, другие места засоряет. Семена еще добавок разлетаются, и в конце концов он уже нам начинает надоедать. Хотя, в общем-то, дерево красивое. Размножается он вот этими, как и все клены, крылатками. Ветер подхватывает, может далеко уносить. Вот это приспособление клена к такому размножению. А к зиме он, этот клен старается семена сберегать. Почему? Потому что прорастает лучше всего семена клена со снега весной. Еще снег даже до конца не сходит, так? Вот еще, а только первый проталинки появляется, вот это между этими проталинками, между этими кусочками снега, остаточками снега на проталинках, семя попадает туда, там намокает и дает поросль, корешки и внедряется в землю. Я хочу сказать, в завершение, приближается март, а потом апрель, вот как раз до пора, когда у деревьев начинается сокодвижение. Вот у березы, мы берем березовицу, так, сок березовый, и у клена. Клен тоже дает хороший сок, даже более еще сахаристый, чем у березы. До 3% бывает сахара в соке клена. Вот такой у нас получился рассказ про один из наших кленов. Про клен-пришелец, клен американский. Или по-другому ясенелистный.